Всех приветствую, продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипиях. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала «Всемирная иллюстрация», Санкт-Петербург, 1893 год. Аспазия, статуя Хертера. Хертер принадлежит к лучшим современным немецким скульпторам Дрезденской школы Беймера. Среди его произведений Аспазия занимает выдающееся место. Красивейшая женщина своего времени, любимая подруга Перикла и Алкивиада, она покоится на роскошном ложе, покрытом львиной шкурой и вполне достойным быть троном царицы любви и красоты. У ее изголовья на красивом резном столике целое блюдо изысканных фруктов, у ног пара целующихся голубков. Античные формы греческой красавицы переданы очень талантливо. Ее поза спокойна и неподвижна, облокотившаяся на руку стройная головка полна сладостных мечтаний. В глазах точно вспыхивает игривый огонек. Она глядит насмешливо и лукаво, с полным сознанием своего могущества и обаяния. Хертер принадлежит к молодым сравнительным художникам. Он родился в 1846 году в Берлине. Кроме того, что описанная статуя между работами Хертера особенно выдается другая, «Умирающий Ахилл», где художник с большой выразительностью передал жгучую предсмертную боль и невыразимую тоску, охватившую могучего, пораженного стрелой в пятку Ахилла. Все произведения Хертера отличаются редкой, полной вкуса законченностью, и на них лежит печаль глубокого изучения избранного им предмета, безукоризненная передача внешней стороны и умение выразить тончайшие движения души. Ну, вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания.